Слава Богу, брати та сестри, приємний час Бог дав, вечірній час, і ми в Домі Господньому. І я читаю Слово Господнє, Євангелія Луки, 5 розділ, з 24-го вірша, але з середини. І 25-й, тут такі слова. Ісус Христос говорить. Тебе говорю, встань, возьми постель твою і йди в дом твой. І он тот час встал пред ними. Взял, на чому лежав, і пішов в дом свій, славя Бога, слава нашому Господу. Браття, сестри, ми дуже багато чуємо проповідей із цієї кафедри і в служіннях на різні теми. На різні теми. Ну чому-то останнім часом, браття, сестри, в моєму дусі, я думаю, що також і у вас, як би хотілося б реальності, реально пережити Бога, реально пережити Його присутствие і Його благодать в нашому служінні. Біблія каже нам про те, що одного разу Ісус Христос навчав в одному домі. Біблія каже нам про те, що було дуже багато людей. І Слово Боже каже нам, як... Марк, так і Лука, оповідає нам про те, що четверо людей взяли друга, знайомого, близького, він був розслаблений, взяли на постель і принесли до Ісуса. Ось вони прийшли до цього дому, де Ісус проповідував. Реально вони чули, що Ісус проповідує, говорить слово. В їх бажання, як би нашого друга, близького, знайомого, поближче принести до Ісуса. Але проблема була, не можна було принести ближче. Чому? Тому що було дуже багато нужденних людей. Було багато хворих на різні хвороби. Було дуже багато, можливо, інвалідів. Багато було людей, можливо, на духовні хвороби. І хтось був з ними, і кожен хотів чим поближче до Ісуса, щоб Бог допоміг Ісус Христос вирішити їхню проблему. Я думаю, що вони підійшли і, можливо, просили. Ви бачите, ось розслаблений, стільки років він лежить. Розказували свою історію, розказували, як це сталося, розказували, що вони тільки не робили. Але я думаю, що вони почули відповідь і сказали, шановні, ми розуміємо, але в нас такі ж самі проблеми. Але, браті і сестри, ну вони не зупинилися. Вони робили все те, що вони можуть. Біблія каже нам про те, оповідається нам Марка, що вони, вибравшись на кришу, розкопавши її. Уявіть, зараз хтось тут нас в молитовному будинку розбирає кришу. Для чого? Для того, щоб цього розслаблено опустити перед Ісуса. Вони знали, що Ісус Христос не тільки теоретично проповідав, але практично являлись діла Божі. Алілуя! Практично люди, які були хворі, ставали і йшли. Люди, які були одержимі, звільнялися. Люди, які були згорблені, випростувались. Вони про це чули. Вони, можливо, бачили. І вони все, що можуть, те роблять, не взираючи ні на що. Біблія каже нам про те, що люди, які, можливо, не мали потреби, які бачили учителі закону, фарисеї, бачили це все. Але вони, розібравши кришу, впустили до Ісуса. І Біблія каже, Він побачив віру їх. І зцілив, слава нашому Господу. Він сказав, візьми постіль твою і йди. І на тому, що він лежав, він взяв свою постіль і пішов, слава нашому Господу. Браті, сестри, ми чуємо багато проповідей. Але коли якась реальність в нашому домі? Коли яка реальність з нашими близькими? До прикладу, Володя, за якого ми молились сьогодні. Манчка і молимося. А може інша ситуація, яка у твоєму житті? Я хочу тобі сказати, дорогий брат, сестра, роби все, що ти можеш. А те, що ти не можеш, може зробити Господь. Алілуя! Біблія каже нам про одного чоловіка.
який запитав, що зробити, щоб спадкувати Царство Боже. Ми з Ісусом Христом, і з ним була розмова. Він перераховував заповіді, він ще вислухав, ще бесідував з Ісусом. Я буду коротше говорити, але коли Ісус Христос йому сказав, візьми те, що ти маєш, продай і роздай нищим, і приходь, слідуй за мною, він обідився і пішов. Ученики бачили цю реальну ситуацію, наєдині питають Ісуса, Ісус, а хто же ж може спастись? Коли ось цей юнак, праведний, з самого юнства, дитячих років, виконав закон, виконав заповіді, хто ж може спастись? Христос каже, людям це невозможно, но не Богу, Богу же все возможно. Амінь. Дорогі брат, сестра, цього вечора, я би просив вас і сам прагну, зроби все, що ти можеш, щоб пережити присутнє Святого Духа. Якщо потрібно в цьому служінні сказати, Господи, прости мене, бо того чи іншого дня я так поступив. Якщо потрібно примиритися, примирись. Якщо потрібно унизитися, унися. Якщо потрібно смиритися, смирись. Но той, який на небесах бачить тебе і мене, він хоче тебе благословити цього вечора. І хоче прикоснутися своєю силою благодаті Святого Духа. Алілуя. Зроби, що можеш. А те, що ти не можеш, зробить Господь. Тому то піднявшись, ми просимо Божого благословення. Ось на цей вечір. Боже наш, Господь наш і Бог наш, алілуя, слава Тобі. Благодарність Тобі, наш Бог, за те, що Ти є наш добрий пастир, який нас... Алілуя! 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 Лорі мене щире мене лебеде лорі сафара малай. Хава от шире мене, шире мене, лорі, скарамалай, де сам інду святий. Лей мене, лей мене, глош, скарамала, фарамала, удес, Господи, ми нуждаємося в Тобі, ми смираємося перед лицем Твоїм, хава отче, Дух Святой, кре мене, лей, де селе мене, лорі, сарамалай. Алілуя, алілуя, алілуя. Слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі, Ти реальний, Ти той, який вчора, сьогодні, як той же незмінний Бог, кре мене, глав, де сам інду. Ти є сильний, кремене главне, піднімати, звільняти. Ти є сильний, перев'язувати рани. Ти сильний, кремене главне, самінь. Ібо ти є Бог, кремене главне, созираєш і всю вселеною. І знаєш намірення, помишлення, кожного рамене лабіди, лорі, сафан. Боже, слава тобі, алілуя тобі, Дух Святий. Або Отче, Дух, кремене лорі, сирібіди, кеда, глемене, щира малаудець. Алілуя, слава, 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 слава тобі, Господь. Алілуя тобі, Ісус. Дух Святой, кремелелеле, скелема, найдес, рибіне, шелемелелеле, найдес. Господі, ми збираємося перед лицем Твоїм, Господь Боже, жидаємо Твоє присутствие і Твого благословіння в цього вечора. Ремене, главне, навідай нас силою Твоєю, благодаттю Твоєю, Господь. Дух Святой, кремелелорі, рибіне, шалдес. Алілуя, слава тобі, слава тобі, слава тобі, слава тобі. Або отче, рибіне, глорі, скеремене, глаудес. Алілуя тобі, Ісус, благослови, Господь. Глори мене, шери мене, лейне, скарамалайне, самінь. Алілуя тобі, Ісус, Дух Святий. Дух Святий, слава тобі, слава тобі, слава тобі, слава тобі, слава тобі, алілуя. Кермене, лейне, сурамала, фарамене, мене, лорі, сарамалайне. Лори мене, шире мене, мене, лейне, скере мене, глай. О, Святий Дух, слава тобі, слава тобі, слава тобі, Господь. Алілуя, 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 амінь, Дух Святий, Господь. Слава тобі, слава тобі, слава тобі, слава тобі. Шарба не гене, греме не глейне, амінь, Дух Святий, Господь. Слава тобі, слава тобі, слава тобі, Господь. Алілуя, алілуя тобі, Господь, Дух Святий, Дух Святий, Дух Святий, слава тобі, слава тобі, слава тобі. Алілуя, алілуя. Отець Небесний, в ім'я Твоє перед лицем Твоїм, Боже, слава тобі. Слава тобі за цей вечірній час.
Слава тобі, Господь, за прощення гріхів. Слава тобі за життя в тобі. Слава тобі, що ти спас нас і оправдав, і наповнив Святим Духом. Слава тобі, Господь. Слава тобі, що ти вчора, сьогодні і повіки той самий. Ти не накуращив, не угасив вет на лону і не доломив, Господь Боже. Господи, слава тобі, Господь. Я дякую тобі, Господь Боже, мій цей вечірній час разом з народом твоїм. Господи, смираючись перед лицем Твоїм, прошу Твого благословення, Господь, благослови нас цей вечірній час. Повінь благодаттю Твоєю і силою Твоєю, Господи, на кожного, хто є на цьому місці, учасників, хто буде участвувати в Слову, Господи, Боже мій, чи то проповідувати, чи то співати, чи молитись, Господи, Боже, в ім'я Твоє благослови, Господь, навідай силою Твоєю, оживи народ Твій, Господь Боже, реально, хремене главне, Боже мій, в ім'я Твоє прошу Тебе, Господи. Дякую тобі, що ти є з нами, Господи. Все доручаємо святі твої руки, Господь Боже. Господи, ти бачиш, Господь, хворих, які не могли в цей вечірній час прийти на це служіння. Ти бачиш Володимира Манченка, Господь Боже мій. Ти бачиш, Господь, Дух Святий, ти бачиш інших хворих. Ти бачиш, кого, яка до ситуації, хто до в ексиденті, Господь. В ім'я Твоє нехай буде мир Твій, Господь. Ава Отче, Господь Боже мій, Господи. Дух Святий, защити, Господь Боже мій. В ім'я Твоє ісцели, Господь Боже. І яви милість Твою, Господь. В ім'я Ісуса Христа Тебе просим. Господи, не нам, но імені Твоєму належить слава, честь і поклінь. Будь прославлений Бог, Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Всі разом співаємо пісню. Тебя хочу хвалить я пением. Тебя хочу. Браті і сестри, сьогодні в нас є в гостях сім'я. Ну, вона не всі зустріла, але три брата, Бринзи. Вони будуть браття співати сьогодні, будуть проповідувати. Вони трудяться серед наркоманів, вони в Сіатлі і в інших місцях проповідують про Христа. Вони, можливо, трошки розкажуть. Брат Георгій
Він трошки затримується, він підійде чуть пізніше. Побажайте Божого благословення. Так і слышны уже Христовы, звучит уж последний клич. Мой друг из рабства выйди, Господь мир тебе. Завтра будет поздно, и уже невозможно спасение найти. О, друг, ты торопись, может, завтра будет поздно, и уже невозможно спасение найти. Ты торопись. Ведь он так тебя возлюбил, что отдал свою жизнь за тебя. Его кровь и сегодня очистит. Снега белее тебя. Может, завтра будет поздно, и уже невозможно спасение найти. О, друг, ты торопись, может, завтра будет поздно, и уже невозможно спасение найти. Ты торопись. Завтра будет поздно, и уже невозможно спасение найти. О, друг, ты торопись, может, завтра будет поздно, и уже невозможно спасение найти. Ты торопись. Слава Богу. Слава Богу. Сьогодні ви будете слухати переважно спів, чоловічий спів. Сьогодні брати гості у нас є, братська група, і ми зараз будемо співати теж. Ми молодими братами, будемо співати пісню для слави Господа. Нехай все буде для слави імені Господня. Мои омыл кровью пролитой.
Спаситель мой, песню новую пою. Что за перемену в жизни Он во мне совершил, когда принял я Иисуса, грех Он мне простил. Песню новую пою, Он меня освободил. Песню новую пою, что Христос мне подарил. Все грехи мои омыл, кровью пролитой с креста. Радость мир святой да спаситель мой, песню новую пою. День придет, солюся с хором ангелов святых. Там живой водою льется благодать нести. Песню новую пою, Он меня освободил. Песню новую пою, что Христос мне подарил. Все грехи мои омыл, кровью пролитой с креста. Радость мир святой да спаситель мой, песню новую пою. Никогда не перестану восхвалять Христа за чудесное спасение дар Его Христа. Песню новую пою, Он меня освободил. Песню новую пою, что Христос мне подарил. Все грехи мои омыл, кровью пролитой с креста. Радость мир святой да спаситель мой, песню новую пою. Песню новую пою, Он меня освободил. Мне подарил, все грехи мои омыл, кровью пролитой с креста. Радость мир святой да спаситель мой, песню новую пою. Слава Богу, братья и сестры! Мы можем вместе прославить нашего Бога. Несмотря в какой мы церкви находимся, несмотря, может, мы говорим на разных языках, но мы служим одному нашему Богу, потому что Он достоин. Это очень благословенно, что Он привлек всех людей и показать свое могущество, показать свою силу, свою славу, показать, что Он достоин. И нас тянет, чтобы приходить на это место, чтобы склониться, чтобы помолиться, чтобы слышать то, что Он хочет нам сказать. Ему за все слава. Аминь. Братья и сестры, мы знаем, что у нас скоро подходит праздник Thanksgiving. Я думаю, что очень много семей готовятся. Я знаю, что, наверное, мамы и жены, они готовятся, чтобы пищу приготовить для детей, для мужа, для семьи. Возможно, это очень переживательный момент для вас, но, знаете, иметь общение вместе с семьей – это очень важно. И в этом празднике мы славим нашего Бога, мы благодарим, что Господь нам даровал. Мы имеем пищу на столе, мы благодарим, что Господь нас питает, и мы не должны приходить домой и открывая, может, холодильник, и там ничего нет. Знаете, есть некоторые страны, мы знаем, что где люди, возможно, приходя домой, у них нету пищи. И муж хочет помочь своей семье, хочет накормить своих детей, но ему невозможно, ему сложно. Братья и сестры, это просто показывает, как много мы должны благодарить нашего Бога. Братья и сестры, мое внимание, я бы хотел направить наше время сегодня. Это тоже о пище, но о пище духовной.
Потому что очень часто, да, мы видим снаружи, что люди, возможно, что они голодают, и им сложно питаться физической пищей. И мы видим это снаружи. Но очень часто мы забываем, что более важнее, это духовная пища, это где человек, возможно, мы красиво одеты, и здесь даже на месте мы все красиво одеты. Но очень часто, что внутри не всегда соответствует, как мы выглядим. Возможно, мы голодаем внутри, и мы думаем, и, возможно, здесь есть на этом месте люди, которые, может, проходят пустыню, где они стараются искать пищу, чтобы накормить свою внутренность, то, что более важнее, то, что очень сложно, когда мы голодаем внутри, и может, ищут, чтобы как-то накормиться. И, возможно, люди, находясь в этом мире, и верующие, и неверующие, они ищут, чтобы удовлетворить внутренность свою. Некоторые люди, они ищут это в алкоголе, они ищут это в зависимости разных. Но верующие люди понимают, что мы можем кормиться духовной пищей от нашего Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, это та пища, где мы можем вставать рано утром и можем сказать: «Слава Богу, что я живой, и я имею мир в моем сердце, и я могу сказать, что я буду с моим Господом. Он скоро придет за мною, и я могу полагать свою всю надежду на Него, потому что я знаю, что Он мой Бог, и я Его дитя». Братья и сестры, но как сложно, когда внутри у нас нету этой пищи, и мы просто, в нас просто такое сильное мучение. Бывало в моей жизни, где я просто просыпался утром, и это проходя трудные моменты, или как бы выражая это, как бы пустынец, чтобы нам объяснить, чтобы нам понять, что это значит, как бы, как это чувствуется. Я думаю, что вы все, возможно, пережили такие моменты в жизни или переходите сейчас. Но мы понимаем, что в таких случаях нам трудно вставать даже с постели. Нам трудно поднять просто Библию и почитать слова, то, что Господь хочет нам сказать. Нам трудно склониться на наши колени и сказать: «Господь, помоги», потому что даже рот не открывается. Слова просто не выходят. И мы думаем: «Господь, где надежда наша? Господь, что мы можем сделать? Мне даже трудно это сделать. А что будет завтра? А что будет послезавтра? Как долго это будет продолжаться?» Возможно, вы с этим уже сталкивались. И когда мы знаем, что мы должны прям встать на колени в тот момент, даже когда нам трудно, или когда мы знаем, что мы должны поднять Слово Божие и читать, несмотря что нам не хочется, и, возможно, мы находим причины и говорим: «Господь, я просто устал физически». Это неправда. Мы просто устали духовно. И нам надо духовный отдых, чем даже физический отдых. Те моменты, братья и сестры. Давайте мы посмотрим, например, что Библия нам говорит в книге Иоанна. Здесь написано о женщине самарянке, которая имела разговор с Иисусом. Если вы имеете Библию с собой, давайте мы откроем здесь 4 глава Иоанна и здесь с 27 стиха. Я не буду читать всю главу, потому что здесь дискуссия между Иисусом и женщиной, и она спрашивает его: «Иисус, что ты хочешь сказать? Что это за вода? Как ты можешь дать такую воду, что человек больше не жаждет?» Но я хочу начинать с 27 стиха, и здесь написано: «В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной, однако же ни один не сказал: чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос? Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: Рави, ешь. Но он сказал: у меня есть пища, которую вы не знаете. Посему ученики говорили между собой: разве кто принес ему есть? Иисус говорит им: моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его».
до сего места. Братья и сестры, Иисус обращается к ученикам, когда они уже пришли и принесли с собой пищу, и говорят своему учителю: «Иисус, мы хотим помочь тебе, потому что ты, наверное, очень голодный. Уже шестой час, это 12 часов дня по нашему времени. И вроде бы уже жар наполняет тот день, и хочется воды». Иисус подошел к женщине и говорит: «Дай мне воды». Он не только хотел пить, он хотел и кушать. Вот почему ученики пошли взять пищу. Но Иисус отвечает им очень странные слова, которые им не были понятны. Он говорит им слова, что «я уже покушал». «Иисус, где ты взял пищу? Кто тебя накормил? Где ты нашел? Мы ведь пошли в город, чтобы принести тебе пищу. Может, мы просто так пошли, и нам не надо было?» Братья и сестры, Иисус говорил о пище, которая важна каждому из нас. Он говорит, что «я уже питался пищей, моя пища – это есть творить волю пославшего меня и совершать дело Его». Эта пища была более важнее, чем физическая пища. Это что Иисус сделал? Он отложил то, что было важно Его телу, чтобы подкрепиться. Он решил это как бы сделать sacrifice или cost, или цена была, он должен был заплатить ради того, чтобы приобрести духовную пищу, подкрепиться. А эта пища, это что было? Чтобы исполнить волю Отца Его. Иисус говорит, вы помните, когда Иисус проходил испытание, и когда сатана его спрашивал вопрос, и он сказал, что не, Иисус отвечает ему, что не всяким хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Эти слова были напомнены в Второзаконе, 8 главе, 2 и 3 стихе. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя маной, которой не знал ты и не знали отцы твои, чтобы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящих из уст Господа, живет человек». Братья и сестры, Господь хотел показать народу израильскому, что вот такая пища более важнее, чем пища, которая подкрепляет наше тело. Может быть, мы, находясь там в том месте, мы бы сказали: «Нет, я не хочу такую пищу, я хочу плотскую пищу, я хочу подкрепиться, я хочу хорошо покушать, может быть, мясо или салат, или такие разные пищи, которые мы хотим, и мы хотим подкрепить себя, то, что нам очень нравится. Возможно, мы не хотим заплатить ту цену, чтобы приобрести то, что важнее для нас. Но Иисус заплатил, и мы далее увидим, что случилось, потому что Он это сделал, братья и сестры. Братья и сестры, мы читаем в Слове Господнем, что Иисус, все, что Он делал, все, что Он говорил, Он делал все, что Он видел Отца делающего и показывая Ему. И все, что Он говорил, Он слышал от Отца. Это значит, все, что Он исполнял в своей жизни, не было никакой места для своей плоти. Это значит, нет места для entertainment, для увлечения. Это значит, нет места, чтобы пойти на vacation для Него. Это не было место, чтобы развлечиться как-то. Братья и сестры, жизнь Иисуса была совершенно другая. Он пришел исполнить волю Отца. Вот Его была пища. Он посвятил Себя, чтобы исполнить все, что заповедал Ему Отец.
Братья и сестры, мы вспоминаем в Слове Божьем, что когда Иисус, пребывая и уча людей, и исцеляя людей, мы читаем то, что Иисус тоже удалялся от людей и пребывал в молитве, в общении с Своим Отцом. Братья и сестры, мы понимаем, что Слово Божие, оно есть наша пища, мы читаем это. А мы здесь читали, что исполняя волю Божию, это есть пища. Какая разница? Братья и сестры, размышляя об этом, об этих стихах, я пришел к такому заключению, что чтобы исполнить волю Отца, мы не можем просто читать Слово Божие, потому что когда действительно человек читает Слово Божие, оно его наполняет, и он начинает действовать, потому что Слово Божие нам говорит, что человек, который слышит, он что-то начинает делать, а то это значит, что если он не делает, это значит, что он просто прослушал. Потому что слово есть действенно. Если оно не действует, это значит, что мы подошли как к зеркалу, и мы смотрим на себя, и мы просто ушли. Но когда он пребывал в общении со своим Отцом, это то же самое, братья и сестры, когда мы пребываем в общении с нашим Господом, мы пребываем в Его Слове, мы пребываем в молитве, в постах, когда мы пребываем в Нем, братья и сестры, та пища, чем мы наполняемся, это не значит, что мы просто будем сидеть дома или просто приходить на служение и просто сидеть. Тогда что это за пища? Почему, что когда кормят дитя, оно возрастает, и дитя начинает двигаться, начинает действовать, что-то делать? Это значит, что тот же самый принцип, что когда питается человек духовной пищей, это значит, что он что-то начинает делать, потому что он кормился этой пищей. Братья и сестры, это значит, что если мы ничего не делаем, когда мы читаем Слово Божие или пребываем в общении с Ним, что-то неправильно. Что-то не соответствует друг другу. Потому что, когда мы укрепляемся пищей духовной, мы начинаем действовать. Изливаются из нас источники живые, которые изменяют людей, братья и сестры. Это так важно, питаться пищей духовной. Братья и сестры, здесь мы дальше прочитаем, что Иисус сказал. И здесь в 35 стихе Иоанна 4:35. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва, а я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Ждущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут». Ибо в этом случае справедливое изречение «один сеет, а другой жнет». Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Почему Иисус сказал эти слова, после говоря то, что я питался пищей духовной? Почему? И потом возвращается дальше, стихи говорят дальше о самаряне. Братья и сестры, это то, что я уже напомнил. Что когда человек питается духовной пищей, что случается? Жатва стоит перед нами. Это значит, мы имеем перед собой работу. Это исполнение воли Отца нашего, братья и сестры. Перед нами есть очень много пищи духовной, которой мы можем питаться. Это значит, мы входим в труд, когда мы пребываем в общении с нашим Господом. Он говорит к нам. И мы слышим Его голос, и мы повинуемся то, что Он говорит нам, и мы действуем. И мы имеем много работы перед нами, жатва очень много, братья и сестры. И здесь дальше мы читаем в 39 стихе. И многие самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову, а женщины то говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос. Братья и сестры, вот что случается, когда мы питаемся пищей духовной.
что Иисус заплатил цену, чтобы не кушать пищу физическую, и решил, чтобы оставить это. Он хотел пожертвовать своим временем, хотел, чтобы его плоть чуть-чуть пострадала, чуть-чуть потерпела, чтобы он мог питаться духовной пищей, это послужить своему ближнему. И что случилось? Женщина поверила, и не только женщина поверила, но самаряне другие поверили. Братья и сестры, что-то происходит, когда мы питаемся пищей духовной. Это показывает, как важно это есть для каждого из нас. Братья и сестры, я хочу закончить, потому что у нас еще есть, будут благословенные слова, которые будут проповеданы. Я хочу просто пару минут взять, братья и сестры, если мы проходим времена тяжкие, если мы сейчас проходим пустыню, как я уже сначала говорил, что может как трудно нам склониться пред Господом и просто говоря: Господь, да, возможно, я стараюсь показывать перед другими людьми, что вроде бы все нормально. И я, когда спрашивают меня, как дела у тебя, у меня хорошо, как у тебя. Возможно, я так делаю, Господь, но я нуждаюсь в Твоей силе, помоги мне склониться пред Тобою. Возможно, мне трудно вставать с постели, чтобы пойти на молитву, чтобы почитать Твое Слово. Господь, дай мне силу. Вот что есть, это есть моя жизнь. Вот что поможет мне пройти эту жизнь на этой земле. Господь, я нуждаюсь в Тебе. Братья и сестры, очень легко показать, что мы такие святые, что мы такие хорошие. Но знаете, с временем семья увидит, что действительно в каком положении ты находишься. Возможно, мы красиво проповедуем и поем, но они знают, кто ты действительно есть. Они склоняют свои глаза и головы, думают, это не тот же человек. Братья и сестры, мы не совершенны, но наш Господь совершен. Господь готов помочь каждому, кто готов прийти к Нему в смирение, в кротости и сказать, говоря: Господь, я нуждаюсь в пище духовной, я нуждаюсь в подкреплении в Тебе. Мне сейчас трудно, но я хочу, чтобы Ты меня подкрепил, я хочу, чтобы Ты меня кормил, помоги мне быть в общении с Тобой, несмотря на время. Я хочу просто прославить Тебя, я хочу просто быть в Твоем покое. Вот к чему Господь хотел использовать каждого из нас, братья и сестры. Братья и сестры, есть очень много возможностей послужить каждому, даже в наших городах. Мы имели возможность в июне потрудиться здесь, в наших городах, чтобы свидетельствовать, говорить о Господе нашем. И знаете, братья и сестры, Библия нам говорит ясно, что когда мы проповедуем Евангелие, что-то случается, люди исцеляются, люди начинают каяться. Эта Библия утверждает, Господь нам утверждает это. Братья и сестры, мы это видели. Thanksgiving подходит в этой неделе, через неделю. Братья и сестры, если молодежь, если у вас будет время, пожалуйста, присоединитесь. Разные церкви будут, мы хотим потрудиться, чтобы послужить здесь в Federal Way, в Сиэтле, покормить бездомным, проповедовать Евангелие. Присоединитесь, подойдите к вашим кровиму, он может дать вам больше информации об этом. Есть много жатвы перед нами, братья и сестры. И знаете, я не думал, что может это будет даже возможно, даже так быстро. Но знаете, когда мы проповедуем Евангелие, братья и сестры, я видел перед моими глазами, человек исцеляется. Это не в моих силах, это мы просто говорим Слово Божие. И мы говорим: во имя Иисуса Христа будь исцелен, Иисус исцеляет тебя. Во имя Иисуса Христа демон, выйди из него сейчас, и люди освобождаются. И мы это видели, братья и сестры, потому что Господь верен. Если Он сказал, оно будет. Братья и сестры, когда мы служим, когда мы пребываем в общении с Ним, мы кормимся духовной пищей. И мы можем вставать каждое утро и радоваться, потому что мы с Богом, Господь с нами. Давайте мы помолимся об этом, чтобы Господь благословил и подкрепил каждого из нас, чтобы мы жаждали Его. Аминь. Слава Тебе, Господь. Боже, слава Тебе, аллилуйя Тебе, благословен Ты, Бог, имя Твое святое, Ава Отче. Лейве дегене в Рома на фарамане кельтере берешта, на мане кельтере беранке. Аллилуйя, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе.
слава тобі. Лейна на фараміне ложу, біля шара малава на лайна срена лігорі. Благодарим тебе, Господи, за твою силу. Харміне глорі, лівіне на рестале мене лорі манас. Господи, благодарим тебе, то ти, Господи, наполняєш. Господь, ти наполняєш, алілуя. Ми благодарим тебе, Господь, тому що ти наш творець, Господь, ти наш создатель, алілуя. Господь, Боже, ти знаєш серця наші, алілуя. Господь, ми нуждаємося в твоїй силі, ми нуждаємося в твоєму благословенні, ми нуждаємося, Господь, щоб ти підкріпив нас, Господь. Без тебя ми немощні, без тебя ми слабі, Господь. Но ти, Господь, який підкріпляєш, Господь, ти наповняєш, Ісус. Я прошу, Господь, дури нам жажду по тебе. Возможно, нам трудно, Господь, Боже, но ти, Господь, готов помочь каждому из нас, который Господь ищет, который жаждет, который стремится, который понимает, что он не может сам, Господь, но с тобой ты силен, Господь, Боже, очищать, изменять, Господь, Боже, сопровождать, Господь, благослови свой народ, Иисус, наполняй силой крепости, Господь, наполняй, Боже, благословением твоим, Господь, возможно, Боже, мы прячем свое состояние, Господь, мы не хотим, чтобы люди видели, Господь, что происходит в наших сердцах, Господь, но ты все видишь, Иисус. Я прошу, Боже, подкрепи свой народ. Благослови детей, благослови молодежь, благослови, Господь, старших, благослови, Господь, родителей. Господь, наполняй, Господь, силой крепости, чтобы Твоя церковь, Господь, была наполнена Духом Святым, чтобы она была наполнена, Господь, Словом, чтобы, Господь, Боже, проповедовать и трудиться, Господь, для Твоей славы. Господь, как много, Боже, мы нуждаемся, особенно в последнее время, чтобы, Господь, наполниться смелостью, наполниться силой, наполниться, Господь Божий, Твоим присутствием, Господь, чтобы прославить Тебя, чтобы идти и благовествовать Евангелие, чтобы говорить людям о спасении, чтобы, Господь, видеть Твою силу и славу, Господь, Боже мой, мы нуждаемся в Тебе, Иисус. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты уже все нам дал, Господь, Твое Слово. Ты даровал нам Духа Святого, Господь, чтобы подкреплять нас, чтобы говорить к нам, чтобы, Господь Боже, показывать нам правду и истину, Господь Боже мой. Я прошу, благослови, Господь Боже, эту церковь, Иисус. Благослови, Господь, молодежь, Господь, зажигай сердца. Господь Боже, подкрепляй, Господь Боже, наполни, Господь, силой Духом Святым. Без Тебя, Господь, мы никто. Без Тебя мы немощны, Господь, но Ты даровал нам силу Духа Святого, Господь, чтобы молиться, Господь, за больных и видеть исцеление. Чтобы молиться, Господь, за тех, которые одержимы, и видеть освобождение. Потому что, Господь Боже, мы просим во имя Твое, Господь, и в Твоем имени, Господь, есть сила. Есть изменение, Господь, в сердцах людей. Есть благословение, Господь. Я прошу, благослови, Господь Боже, это служение в виде Духом Святым. Благослови, Господь, каждого из нас, Господь. Питай нас своим словом. Наполняй нас Духом Святым, Господь, чтобы не просто здесь, Иисус, воззывали к Тебе, но мы, Господь, лично, Господь Боже, были в общении с Тобой, Иисус, искали Тебя каждый день. Питались, Господь, словом Твоим, и общались, Господь, с Тобой на коленях, ища, Господь, Твое присутствие. Мы благодарим Тебя, Иисус. Да прославится имя Твое, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Бог так велик,
падал я на пути. О, куда же мне дальше идти, когда цель еще так далека, а мне сердце сжимает тоска. Когда цель еще так далека, а мне сердце сжимает тоска. Почему же мой путь так тяжел? По нему мне так трудно идти. Потому что я думал, что шел, и тогда, как стоял на пути. Потому что я думал, что шел, и тогда, как стоял на пути. Я на пути, много горя я видел и слез, но хочу утешенье найти в том, что видел все это Христос, но хочу утешенье найти в том, что видел все это Христос. Не скрывая от светлых очей Иисуса ошибок своих, на коленях бессонных ночей я нашел избавление от них. На коленях бессонных ночей я нашел избавление от них. И теперь верю я всей душой, что прощен и на верном пути. Дай же силы, мой царь и мой Бог, мне на нем свое счастье найти. Дай же силы, мой царь и мой Бог, мне на нем свое счастье найти. Слава Богу. Аллилуйя, братья и сестры. Благодарность нашему Богу, который сегодня дает нам торжествовать в имени Его. Аллилуйя. Вы знаете, я утром сегодня был в Портленде и приехал после пяти, переоделся сразу здесь, так что моя плоть изнемогает, но Господь моя крепость. Поэтому я благодарен Богу, что у нас даже есть псалмы такие, псалмах, которых мы вспоминаем, мы укрепляем свои души, и мы идем вперед, чтобы нашему Богу, который достоин всей хвалы, служить Ему. Аминь. Аллилуйя. Я хочу, братья и сестры, постараться в 15 минут поделиться Словом Божьим, то, что Господь мне положил на сердце, и верю, что будет благословением, напоминанием для каждого из нас на этом месте. Я хочу, братья и сестры, обратить наше внимание сегодня на нашу взаимную связь с Богом, с Отцом Небесным, которая, я считаю, что
очень необходимо для каждого из нас, верующих детей Божьих. Вы знаете, Библия говорит нам, ну, до того, как я начну, я хочу сказать, что есть три основные мысли, на которые я хотел бы особенно поставить ударение, и которые я хотел бы, чтобы каждый из нас запомнил, может быть, и просто помнил, и это шел так и в жизни своей. Первое, чтобы мы понимали о том, что мы созданы, чтобы иметь отношение с нашим Отцом Небесным. Второе, мы понимать должны, что если мы есть дети Божии, то мы должны ходить по вере. И третье, в наших действованиях, в наших делах, в нашем хождении, в труде пред нашим Богом, мы должны понимать, что это есть совместная работа. Не я пошел, а потом Господь благослови меня. Господь благослови меня, я иду с тобою, пошли меня. Вот эти три мысли, которые я хотел бы по-особому донести до каждого из нас. Да благословит нас Господь. Вы знаете, Библия говорит нам, что когда ученики возвратились обратно после всех тех чудес, которые они видели, то Библия говорит нам, что Иисус обращает их внимание и говорит, чтобы они понимали, что блаженство не сокрыто во всех действованиях, чудесах, которые они видели. Но Иисус направляет и говорит, что блаженство ваше сокрыто в том, что ваши имена записаны в книге жизни. Что Отец Небесный знает о тебе и обо мне. Вы знаете, мы много можем делать на этой земле, много прекрасных, добрых дел. Но знать сердце Отца Небесного, знать Его волю, пребывать, как эта ветвь на лозе, и исполнить волю Его в своей жизни, это самое драгоценное, что ты и я можем сделать на этой земле. Вы знаете, Библия говорит нам, что когда мы проследуем, когда мы читаем первые несколько глав в Бытие, то Библия говорит нам, что Адам был создан. И он не имел ни отца, ни мать. Он был первый, единственный человек на этой земле. Но читая первые эти несколько глав, братья и сестры, я подразумеваю о том, что там было настоящее общение с Богом, между этим первым человеком и с Богом. Библия говорит нам, что в прохладе дня однажды Господь встретил или нашел Адама и Еву. Я понимаю лично для себя, что Бог говорил с Адамом. А кроме этого, Библия говорит нам, что Бог дал повеление Адаму, чтобы он возделывал землю, он хранил землю, чтобы он дал имена всем животным на той земле. То есть Библия открывает нам, что там был диалог, там было повеление, Адам имел ответственность пред Богом. Вы знаете, когда я посмотрю на свою жизнь, когда вы смотрите на свои жизни, я тоже являюсь отцом. И когда я смотрю, что мой сын бежит ко мне, и он хочет мое внимание, когда я скучаю по нем, потому что целый день на работе, я понимаю, что это Бог такую прекрасную гармонию создал в нас, людях, где дети бегут своим родителям, к своему отцу, и отец, и родители бегут своим детям, чтобы с ними общаться. В нашей духовной жизни абсолютно то же так же с Отцом Небесным. Когда мы приходим на богослужение, несмотря где мы находимся, я не знаю, как у вас, но я верю, что у нас все один дух, где мы бежим в Дом Божий. У нас от времени до времени есть такое желание, побуждение быть в общении с Господом. То ли мы читаем Священное Писание, то ли мы хвалим нашего Господа в песнопениях, то ли мы просто сели вот на этих прекрасных теплых лавочках, садимся, и нам так на душе хорошо, потому что мы с Господом, мы с Отцом Небесным. Вот так то же самое, братья и сестры, я верю, было такое общение и с Адамом, и Богом. Когда Христос вошел в нашу жизнь посредством Духа Святым, я верю, что Господь изменил нас. Мы стали не свои, мы стали принадлежать нашему Богу. И я верю, что тот Дух Святой, который живет в наши сердца, Он называет Ава Отче. И мы, братья и сестры,
как и в земной телесной жизни, имеем такое же и влечение в нашей духовной жизни, где мы хотим иметь общение с нашим Отцом Небесным. Но если мы возвратимся, братья и сестры, опять в тот момент, когда мы говорим об Адаме, то Библия говорит нам, что там было преступление. Там было преступление, братья и сестры, где Адам согрешил пред Богом. И там был барьер, братья и сестры. Там стал грех, как то, что не давало возможности Адаму продолжать дальше так близко и так тесно общаться с Господом. И Библия говорит нам, братья и сестры, что эта гармония просто разошлась. Адам был выгнан, изгнан из этого Эдемского сада. И это проклятие, которое напало теперь на каждого из нас, это ту же самую землю, которую Адам возделывал, работал над ней, хранил ее, теперь работал с потом. Потому что это отношение прорвалось, не было больше теперь, дальше идя для этого человека. И вы знаете, братья и сестры, что только вот в третьем поколении дальше мы читаем, что начали опять призывать имя Господа. И от времени до времени Господь по-особому касался некоторых особенных таких мужей Божьих, как Ной, Авраам, Самуила. Являлся к ним, говорил с ними, давал им обетования и так дальше. И вот Библия говорит нам через апостола Павла, я также прочитаю это в 17 главе Деяния святых апостолов, в 26 и 27 стихе. Он говорит, от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. Слава Ему, братья и сестры! Вы знаете, второе на то, что я хотел бы обратить наше внимание, именно заключается в том, что хотя, да, мы здесь, люди на земле, созданы по образу нашего Отца Небесного Бога. Есть специальное обетование для тех, которые поистине возрожденные христиане. Библия говорит нам, что, вы знаете, Бог имел особое благословение для этого человека по имени Авраам. И Бог сказал, что если ты примешь это обетование с верою, то я умножу тебя, как песок на море и как звезды на небесах, и у тебя будет великий народ от семени твоего. Но Библия говорит нам, братья и сестры, что было какое-то определенное условие. И это условие заключалось в том, что Господь имел это обетование конкретное через Его Сына Иисака. Павел в 9 главе Римлянам 7 и 8 стихе говорит такие слова: «И не все дети Авраама, который от семени его, но сказано в Исааке, наречется тебе семя». То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. И в Галатам 4:30, что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Братья и сестры, я думаю, что здесь нам нужно порассуждать и обратить на это внимание. Кто являюсь я, братья и сестры, сегодня в Доме Божьем? Ведь Павел говорит, что только именно тот признается ребенком или сыном наследия или обетования, есть тот, который принимает или с верой живет, как и Авраам по вере жил. Оказывается, братья и сестры, что многие сегодня могут сотнями, тысячами входить в Дом Божий, но даже и не знать, что они не от семени обетования, от семени от Авраама, от Исаака. Сегодня в семьях люди живут и даже не знают, нормально живут, думают, что все с ними хорошо, и даже не знают и не представляют, что они даже не принадлежат этому обетованию от Исаака. Потому что ихняя жизнь, невозрожденная ихняя жизнь, не в полной вере или не живет в полной вере. Вы знаете, братья и сестры, сегодня в этой стране очень легко называть себя христианином. Нету никакой цены, которую мы платим, чтобы если я себя назвал, давайте скажем, верующим, никто мне ничего не сделает. Ну хорошо, посмотрят на меня.
Вы знаете, мы живем в такое благоприятное время, где я считаю, что мы должны задуматься о себе, посмотреть, кто мы находимся в очах нашего Господа. Знает ли меня Господь, как я думаю, что я знаю Его? Вы знаете, ходить с Богом, это не только заключается в словах. Очень важно, чтобы наша жизнь соответствовала с делами. И вот это, именно это третье на то, что я хотел бы обратить наше внимание. Потому что однажды Самуил сказал Саулу: «Саул, стой здесь, ничего не делай, не начинай войну, не приноси никакой жертвы до тех пор, пока я не возвращусь». И Саул устами своими сказал, но делами поспешил быстрее. Библия говорит нам, что возвратился Самуил, и вот Саул уже приносит жертву и готовится к сражению. И вот Библия говорит нам, что Саул испугался страхом человеческим, говорит, что вот я не вижу тебя, ты не идешь, а мой народ сейчас будет разбегаться, что мне было делать? Видите, братья и сестры, когда мы не знаем нашего Господа по личности, когда мы не слышим Его голос, мы теряемся в этом мире. Мы заблуждаемся. Мы делаем ошибки, такие, которые стоят нам много. Я вспоминаю царя Давида, который был противоположно этому царю Саулу. Библия говорит нам, что он везде ходил с Богом. И я хочу прочитать такое одно событие, которое произошло в жизни его в 5 главе, во 2 книге Царств. Из 17 стиха Библия говорит нам такие слова, что когда филистимляне услышали, что Давид помазан на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида, и услышал Давид, и пошел в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим, и вопросил Давид Господа, говоря: «Идти ли мне против филистимлян? Предашь ли ты их в руки мои?» И сказал Господь Давиду: «Иди, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид в Аал-Перецим, и поразил их там, и сказал Давид: «Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода, посему и месту тому дано имя Ваал-Перацим». И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их, и пришли опять филистимляне, и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему: «Не выходи навстречу им, а зайди им с тылу, и иди к ним со стороны тутовой рощи, и когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых дерев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское». И предал Давид, и сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гавайи до Газера. Аллилуйя, братья и сестры! Знаете, то, что по обыкновению Давид побеждал эти войны против филистимлян, может быть, и нас так не удивляет, потому что мы читаем о жизни Давида постоянно, и мы знаем все это. Но то, что действительно берет мое внимание, братья и сестры, это даже не то, что он впервых попросил Господа, идти ли мне против них на этой долине Рефаим или нет. Но то, что часто, братья и сестры, в нашей жизни мы делаем ошибку, это то, что если Господь мне дал победу в первом разе, значит, Господь и на том же месте опять пойдет за меня, опять благословит меня. А посмотрите, что Давид делает. Давид говорит: «Господи, идти ли мне опять против них?» И Господь говорит: «Нет, не так, как ты прежде пошел. Пойди с этой стороны. Когда ты услышишь шум с этих деревьев, тогда знай, что Господь идет впереди тебя». Братья и сестры, какой военачальник способный, опытный, скажет: «Давид, это совет, ну, отличный». Какой, братья и сестры? Скорее всего, он скажет: «Давид, я не понимаю такой совет, чтобы услышать ветер на этих вершин деревьев и пойти на войну сразиться. Что это значит?» Казалось бы, не такой ты и опытный, и такой хороший совет Бог дает. Но Давид прислушивается к голосу Господа, вновь обращается к нему. И когда он услышал этот ветер, он знал, что тогда Господь пошел впереди него. Аллилуйя, братья и сестры. Я вспоминаю, братья и сестры, еще два примера, и мы будем заканчивать. Моисей имел очень величайшее призвание от Господа. Этот многолюдный народ с Египта вынести и привести в эту обетованную землю.
Но я вспоминаю, братья и сестры, слова этого мужа Божьего. И в начале 33 главы Библия говорит нам, что Бог говорит: «Я пошлю ангела, чтобы он впереди ваш пошел». Но вот Моисей, я думаю, в слезах, я думаю, в большой тревоге, в большой просьбе пред Богом, говорит: «Господь, не хватит, чтобы просто ангел среди нас пошел, потому что, увидя, какие эти упертые, жестоковыйные народ, он поразит нас». И вот он умоляет Господа, говорит: «Господь, иди ты сам среди нас». И вот в 16 и 17 стиха такие слова для нас оставлены. Моисей говорит: «Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле? И сказал Господь Моисею: и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Братья и сестры, благоволение – это особое, это special, внимание к какому-то человеку. Я верю, что Бог благоволил каждого из нас в Иисусе Христе призвать нас к себе, открыл нам дорогу, очистил нас. И мы имеем сегодня такую милость и благоволение от нашего Господа, чтобы сказать: «Господь, будь со мной в жизни моей, во всех делах и во всех действиях моих», как и Моисей просил однажды в жизни своей у Господа. Вы знаете, последний пример, который я хотел бы сказать или поделиться с каждым из нас. У меня есть друг, с которым я недавно общался. Он постарше, ему где-то за 40 лет, не женатый, но как-то мы вместе с ним говорили, и он говорит: «Ты знаешь, Саша, иногда мне папа зовет и говорит: Саша, приходи сюда, и его тоже зовут Саша, и помоги мне масло поменять, помоги мне там что-то вокруг дома сделать». И он идет, и он так от времени до времени идет, там общается с папой, беседует с папой, его папа тоже пастырь. И он говорит мне: «Ты знаешь, Саша, вот каждый раз меня папа зовет, чтобы я ему чем-то помог. Я иду с удовольствием, потому что он есть мой отец. Но я понимаю прекрасно, что поменять масло он сам может, что-то сделать вокруг дома он сам может. Я замечаю, как в наших разговорах мы имеем такое близкое отношение, такой близкий разговор. Мы общаемся, он делится со мной, и ему так приятно. Ему даже не так важно, что я ему что-то делаю, чтобы просто поговорить со мною». И я подумал, братья и сестры, вы знаете, Господь, он все может сделать. И нас даже не послать, чтобы что-то сделать. Он просто хочет с нами поговорить. Он просто хочет знать, что ты нуждаешься в нем. Он просто хочет услышать твой голос, и когда ты говоришь: «Господь, пойди впереди меня, Господь, благослови меня в этом деле, Господь, благослови меня в этом труде». Вот что я верю, небесное отцовское сердце жаждет и хочет от каждого из нас, братья и сестры. Да поможет каждому из нас Господь в этом, чтобы мы помнили, что дела, и все дела на ней сгорят. Но когда мы это делаем с Господом, с верою, как дети обетования от Исаака, и мы созидаем это отношение с нашим небесным, земным Отцом, то Господь будет нас благословлять. А Ему да будет слава. Аминь.
слава к молитвенных речей, и не в песнях жизнь души моей. Вся она сокрыта во Христе, все мои источники в Тебе. Вся она сокрыта во Христе, все мои источники в Тебе. Не в желаниях я ищу покой, и не в счастье дано мне Тобой. Песня одна всегда звучит во мне, все мои источники в Тебе. Песня одна всегда звучит во мне, все мои источники в Тебе. Видишь ты забот моих волну, и даешь мне сердце тишину. Все желания приношу Тебе, все мои источники в Тебе. Все желания приношу Тебе, все мои источники в Тебе. Ты явил себя любовь свою, будет ли отраднее в раю? Радостью трепещет все во мне, все мои источники в Тебе. Радостью трепещет все во мне, все мои источники в Тебе. Разве мне от зноя ты не сень? Спрячусь я в Тебе палящий день. Воспою в пустыне я Тебе, все мои источники в Тебе. Воспою в пустыне я Тебе, все мои источники в Тебе. Сила вражья мне кругом грозит, но душе Господне имя щит. Полную победу дал он мне, все мои источники в Тебе. Полную победу дал он мне, все мои источники в Тебе. Ты моя опора и покой, крепость и покров, Спаситель мой. Вечное блаженство дал ты мне, все мои источники в Тебе. Вечное блаженство дал ты мне, все мои источники в Тебе. Мир вам. It is a great honor and privilege to be tonight with you. Thank you, Pastor, for inviting to come back. Большое привилегия сегодня вечером быть с вами. Большое спасибо, пастор, что меня пригласил опять. We thank the Lord for wonderful word of God which we heard already. Мы благодарим нашего Бога за прекрасное Слово Божие, которое мы уже услышали. It is a great blessing to be in the church and to hear continue the Word of God. Великое благословение, чтобы быть в церкви и продолжать слышать Слово Божие. But we pray that we become the doers of the Word, not only hearers deceiving ourselves. Но мы молимся, чтобы не только слышать и обольщать себя, но также и исполнять. May the Lord help us to be truly the doers of the Word. Да поможет нам Господь, чтобы действительно быть дверями для этого мира. May I ask you this question, honest? Можно мне спросить вас вопрос? I see the young people enjoy it when they see they watch their iPads. Я вижу, что молодым очень нравится, когда они с этими iPadами. Yeah. Young men, do not text now the next half hour to the young ladies. Молодые мужчины текстуют молодым девушкам. Или я не так не понял. Do not text to them during this service. No. Молодые братья не Пожалуйста, текстуют. Да.
Пожалуйста, не текстуйте, молодые братья к сестрам. Я извиняюсь. Let's stand up for the reading of the Word of God, please. Давайте мы сейчас встанем для чтения Библии. And let's open to Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. Ефесянам 5 главе 1 и 2 стих мы сейчас прочитаем. My brother, my sister, I would like to say the coming of the Lord Jesus Christ is very close. Мои братья и сестры, я хочу сказать, что пришествие нашего Господа Иисуса Христа очень близко. Let's take very serious the life which we live for the Lord. Давайте возьмем очень серьезно жизнь, которую будем жить для Христа. I pray that the Lord will help us tonight in the next few minutes. Я надеюсь, что Господь нам поможет сегодня вечером на протяжении этих нескольких минут. That the Lord will help us to see the path how to be prepared for His coming. Чтобы Господь нам помог увидеть, как нам приготовиться для Его пришествия. Let's start the read with the Word of God from Ephesians chapter 5, 1 and 2, and after we read further from 15. Пятая глава, первый и второй стих Ефесяна будем читать. Therefore be imitator of God as a dear children, and walk in love as Christ has loved us and gave us Himself for us as an offering and a sacrifice to God as sweet smelling aroma. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. See that you walk circumspectly, not as fool, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what is the Lord's will is. And do not be drunk with wine, which lead to dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and spiritual songs, and make a melody in your heart to the Lord. Give thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another in the fear of God. С 15 стиха. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Heavenly Father, we thank you for your word tonight. We pray that the Holy Spirit will give us ears to hear, hearts to receive, and willing being able, Lord, to fulfill it. Father, we thank you for everyone tonight here, Lord. We pray, Lord, that the anointing of the Holy Spirit will be, Lord, present, and it is in our midst. We pray, Lord, that you'll speak to us, Lord, to be able, Lord, to hear it very clear. We call every confusion, we bind it, and we declare Jesus is Lord over this meeting. And we thank you. In the name of Jesus, we pray. Hallelujah. Amen. Please have a seat. What a wonderful thing I can call this, prepare for the coming of the Lord Jesus Christ. Какое благословенное время, чтобы нам готовиться для пришествия Его. We live in a country in the world which many people, they want to be like a role model for others. Мы живем в такой стране, где многие люди хотели бы, чтобы примером быть для других. But we are called to follow the Lord, to imitate our God. Но мы призваны, чтобы идти за Господом и чтобы подражать нашему Богу. If we imitate Him, we will be with Him in eternity. Если мы будем подражать Ему, мы будем в вечности с Ним. May the Lord help us. Да поможет нам Господь. To change from glory to glory, to look like Him more and more. Чтобы преображаться во славу славу и быть более и более похожи на Него. May the Lord help us as dear, beloved children of God. Да поможет нам Господь, как возлюбленные дети Божьи. I do not know if somebody told you, I love you. Я не знаю, если вам кто-то сказал, что я люблю вас. But when I read the Word of God, но когда я читаю Слово Божие, I can hear my father say, I love you, son. Я слышу, как мой отец говорит мне, я люблю тебя, сын. I have 6 adopted children. Я имею 6 усыновленных детей. The last one, it's a gypsy one, цыган. Последний цыган.
I spoke with him. Я з ним говорив. And the phone, you know, even I did not leave. It was one day I left the country. I left the country only one day. Я ушел із моєї страны только на один день. And he asked me, Papa, when you come home? І він уже мене спрашивает, папа, когда ты возвратишься? There is nothing more important, very special. Нету нічого так важно і так особо. When the child asks, would you come home, daddy? Когда ребенок спрашивает, ты можешь прийти домой, папа? They're adopted. Они усыновленные. But in the family, me and him, we are darker skin, Lerber. Я и он, мы чуть-чуть потемнее в наших кожах. You know, in school, everyone, they start to laugh about him because he is darker skin. Дети на него смеются о нем в школе, потому что у него кожа чуть-чуть потемнее, чем у меня. And he came home and told me one day. И он однажды пришел со школы и сказал мне. And said, Daddy, they told me I am a цыган. Папа, мне дети сказали, что я цыган. I said, you go back to school. Ты иди в школу. Says, I and you, we are цыган and family. Скажи, что ты и я, мы цыганская семья. Mama and the other, the blonde, they are Romanian. Мама и другие, они румыны, которые блондинки. And he went to school. И он пошел в школу. My papa cigan will come tomorrow and tell you that if you do not, you tell me again cigano, you'll see him tomorrow. My dad said, my цыган, ой, sorry. Мой цыган папа сказал, что он завтра придет и скажет тебе, если нужно, что он цыган. He went back to school. Он возвратился в школу. And he is not intimidated by nobody. И он больше не боится никого. Because I said I am цыган like him. Потому что я сказал, что я тоже цыган, как и он. Our heavenly Father. Наш небесный отец. He is not ashamed to call us his children. Не стыдится называть нас детьми своими. Do you have that relationship with him? Имеешь ли ты такое отношение с ним? Truly, can you call tonight to say, Father? Можешь ли ты действительно сказать сегодня вечером, отец? Can you call him Father? Ты можешь назвать его отец? Can you say, Father? Ты можешь сказать отец? Say it. Скажите. Say it. Скажите. Can we say, Father? Мы можем сказать папа, отец. It's the most wonderful thing. Это самое прекрасное. In whole universe. Во всем свете. The one who created everything. Во всем мире, который создал все. To be your father and my father. Чтобы быть нашим отцом. That is the reason God is calling us to follow him. Бог нас призывает, чтобы мы следовали за ним. I remember a story. Я вспоминаю историю. A father went to cut his hair to the barber. Отец пошел стричься. And took his son with him. И взял своего сына с собой. And after the father, he was the barber cut his hair. И после того, как парикмахер порезал волос у отца. And put a piece of wood over there and put his son over there on the top and put that little things, the cloth, and the barber look on his eye. И поставил своего сына на этом стульчике, одел его, и этот парикмахер посмотрел на этого сына. Treating him like an adult. И относился к нему как к взрослому. And ask him, how would you like me to cut your hair? И сказал ему, как ты хочешь, чтобы я тебя постриг? He said, like my papa. Как мой отец. Would you like to be like your father? Хотите ли вы быть как вашим отцом? God is calling us to follow him, my brother and sister. Господь сегодня призывает нас, чтобы мы следовали за ним. I pray that tonight we'll have that relationship with the Lord. Я молюсь сегодня вечером, чтобы мы имели это отношение с Господом. Not a religion. Не религию. But a relationship with the Lord. Но отношение с Господом. To say, Father. Чтобы сказать, Отец. When you come to the Father. Когда ты приходишь к Отцу. The Father is receiving you. Отец принимает тебя. I pray. Я молюсь. That the Lord help us. Чтобы Господь нам помог. To have that close relationship with Him. Чтобы иметь такое близкое отношение с Ним. The Bible is teaching us. Библия учит нас. Is to be imitator of God. Чтобы быть подражателями Богу. As imitator of God, first thing what we have to do. Как подражателями Богу, первое, что мы должны сделать. The Bible is teaching us to walk in the way of love. Библия учит нас, чтобы мы ходили пути любви. God is love. Бог есть любовь. Am I living love with each other? Имею ли я любовь между другими людьми?
God is calling us. Господь призывает нас. To love each other, my чтобы brothers. Любить друг друга, братья и сестры. In the last days. И последние времена. The Bible says before his coming. Пред его пришествием. The love of many will grow cold. Что любовь во многих охладеет. If God is love. Если Господь есть любовь. And he lives in us. И он живет в нас. Can somebody see love in me or love in you? Может ли кто-то увидеть любовь во мне и любовь тебе? We are called. Мы призваны. To walk in love. Чтобы ходить в любви. Verse 15, the Bible speaks. 15 стих в этой главе Библия говорит. The Bible says to walk circumspectly as wise, not as fool. Библия говорит: поступайте осторожно и не как неразумные. We are called to be wise. Мы призваны быть осторожными или мудрыми. Second thing, the fear of God is the beginning of wisdom. Второе, страх Господень начало мудрости. If we fear God, когда ты боишься Бога, we will be the beginning of wisdom. Это будет начало для твоей мудрости. How beautiful in the Psalm 1. Как красиво и приятно в первом псалме. The Bible is teaching us how to walk, my brothers and sisters. Библия учит нас, как ходить, братья и сестры. It's very important that we truly comprehend today as before the coming of the Lord. Очень важно, чтобы мы поняли, как нам ходить пред Богом в пришествии, приближающем пришествии нашего Господа. Psalm 1, verse 1. Первый псалом, первый стих. And the Bible says, "Blessed is the man." Блажен муж. I would like tonight you can say you are blessed by God. Я хочу, чтобы вы сегодня вечером сказали, что вы блаженны. Can you see yourself blessed by God? Видите ли вы себя блаженными? Our heavenly Father wants to bless us. Господь небесный хочет нас благословить. Our Father wants to bless us as a children. Он хочет нас благословить как детей. Maybe you do not think about more homes and lands and all of those. Может быть, вы не думаете о землях, о домах. But if you have the peace of God. Но если вы имеете мир Божий. Oh, that is very important. О, как это важно. If you are righteousness with God. Если ты сегодня праведный пред Богом. If you have the joy of the Holy Spirit in your life. Если ты сегодня имеешь радости Духа Святого. You are blessed by God. Ты блажен Богом. Ты блажен. May the Lord help us. Да поможет нам Господь. To put the price for the things which are more important in life. Чтобы ставить цену в тех вещах, которые намного более важнее. The Bible says, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of ungodly." Библия говорит: блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Blessed is the man who does not walk in the counsel of ungodly. И не стоит пути грешных. Nor stand in the path of sinners. И не сидит в собрании развратителей. Nor sit in the seat of scornful. Развратители. But his delight is in the law of the law. Но в законе Господа. But his delight is in the law of the Lord, and his Lord meditate day and night. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bring forth its fruit in a season, and whose leaves will never wither, and whatever he does shall prosper. Amen. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. As God's children, как дети Божии, may the Lord help us. Да поможет нам Господь. To take very much attention to the days which we live. Чтобы обратить внимание на во времена, которые мы живем. Where we walk. Где мы ходим? Where we stop? Where we stop? Где мы останавливаемся? And where we sit? Где мы садимся? Be careful with whom you walk. Будь осторожный, с кем ты ходишь. Be careful who's your friends. We become like them. Будь осторожный, какие твои, кто твои друзья, потому что ты станешь как они. May the Lord help us. Да поможет нам Господь. To be very wise. Чтобы быть очень мудрым. The Bible is teaching in verse 16. It says, "Redeem the time, because the days are evil." Verse 16, the Bible is speaking in 5:16. 5:16, Ephesians 5:16, it says, "Redeems the days because are evil." Будьте осторожны, потому что времена лукавые. Дорожите временем, потому что дни лукавые. Слава Дому. Praise the Lord. Слава Богу. Brothers and sisters, in 2 Timothy. Братья и сестры, в 2 Тимофею. Chapter 3, verse 1. Is describing the days which we are living. Объясняет или показывает нам, какое время мы живем. May the Lord help us. Да поможет нам Господь. To understand what kind of days we live in. Чтобы понимать, в какие времена мы живем. But the Bible speaks. Let's read 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. But know this, that in last day there will be perilous time will come.
For men will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, blasphemous, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, despiser of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure, rather than lover of God, have a form of godliness, but deny its power, and from such people turn away. 2 Тимофея, 3 глава, с 1 стиха. «Знай, что же в дни последние наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые». Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, от таковых удаляйся. May the Lord help us. Да поможет нам Господь. To know what kind of people will be in the last day. Чтобы понимать, какие люди будут в последние времена. The Bible says, from such people turn away. Библия говорит, чтобы от таких людей хранить себя. May the Lord help us, brothers and sisters, as a dear loved children, imitator of God. Да поможет нам Господь, как возлюбленные дети, и to know with whom we should be friends, or we should not. Чтобы знать, с кем мы должны быть друзья и с кем мы не должны быть друзьями. It is a saying, it is not a proverb, but in our country it sounds like this. Так говорят в моей стране. Tell me who is your friends and I tell you who you are. Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. You become one like them, yes? Ты становишься как они, да? May the Lord help us. Да поможет нам Господь. To be imitator of God. Чтобы быть подражателями Бога. May the Lord help us. And the Bible is teaching us more. Not verse 17 says, therefore, do not be unwise, but understand what is the Lord's will. В 17 стихе, итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. What is the will of God, my brothers and sisters? Что есть воля Божия, братья и сестры? Because until we heard what not to do. Потому что пока мы не знаем, пока мы услышали, что не делать. If you say to a child, don't do it, don't do it, don't do it. Если ты говоришь ребенку, не делай, не делай, не делай. And the child will ask, what should I do? А ребенок спросит, что мне тогда делать? Let's see what the Lord is telling us not to do. Давайте посмотрим, что Господь нам говорит не делать. Drunk with wine, this is dissipation. Господь говорит, не упивайтесь вином. But the Bible is teaching us to be filled with the Holy Spirit. От которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. The people of God, which will make into the last day, they'll be filled with the Holy Ghost, brothers and sisters. Люди в последние времена, в последнем времени будут исполнены Духом Святым. Brother, we have been born again of the water and the Spirit. Мы были рождены еще раз выше от воды Духа. We have been baptized in the Holy Spirit. Мы были крещены Духом Святым. But the Bible speaks here to be filled with continue with the Holy Spirit. Но Библия говорит нам, что мы были исполнены Духом Святым постоянно. Maybe I will talk a little bit like in Moldova and Romania a little bit with you, if you do not mind, please. Я с вами чуть-чуть поговорю о Молдавии, о Румынии, если вы не против чуть-чуть. When people they buy a new car, когда там люди покупают новую машину, they put some solarka in, acolo pune, put some big gas in the tank. Они ставят солярку или бензин. But I would like to say to you, my brother and sister. Но я хочу вам сказать, братья и сестры. The best car you can have, Mercedes. Самая лучшая машина, которую ты можешь иметь, это Mercedes. But if you do not go to the gas station time to time to fill the tank. Но если ты от времени до времени не идешь на заправку, чтобы заправить, you'll not go too far. Ты никуда не поедешь. Maybe it's come a very old car, maybe 40-50 years old. Может машина. Может, машина из 40-50 лет станет. And they'll have the tank full with gas. И будет иметь бензин. They'll pass by you. Оно проедет около тебя. And you got a beautiful new car. И ты со своей красивой машиной. Because you did not make the time to go to fill the tank. Потому что ты не имел время, чтобы пойти заправить. You stay on the side of the road. Будешь стоять около дороги. Let me talk you a little bit different. Давайте я по-другому скажу. Maybe you have the best iPhone. Может, у тебя самый лучший телефон, iPhone. But if you talk, но если ты говоришь, maybe you play играешься с ним во время церкви, посылаешь смс. And the battery go down. И батарейка умрет. And it's become dead. And it will shut off. Сядет батарейка. It's not good for nothing.
Оно вообще не имеет никакой пользы. Still good, it looks good outside. Хорошее, он хорошо But выглядит. If you want to make a phone call, но чтобы позвонить, it doesn't help. You do not speak with, you cannot speak with nobody. Ты тебе не поможет, ни с кем не поговоришь. You may play like that to say, I have an iPhone. Yeah. Ты можешь будешь показываться, что, о, смотрите, у меня телефон. But if iPhone. You want to make a phone for somebody, но если ты захочешь телефон, звонок grandma, сделать. Maybe grandma come with old phone. Может, бабушка придет с стареньким телефоном. Grandma, can you borrow me? I want to make a phone call. Ты будешь говорить, бабушка, можно мне на твоем старом телефоне сделать звонок? You need to go to plug back. Ты должен возвратиться и зарядить свой телефон. To fill the battery. Чтобы наполнить батарейку. Чтобы зарядить. The Bible is teaching us to be filled with the Holy Spirit, brother. Библия учит нас, что мы были исполнены Духом Do Святым. You make time? Делаешь ли ты это время для to этого? Be filled with the Holy Spirit of God. Чтобы быть исполненным Духа Святого. The Bible is teaching us. Библия учит нас. At the coming of the Lord Jesus Christ. Что пришествие Иисуса Matthew Христа. Matthew 25 says verse 1 to 11. Матфея 25. It says the kingdom of God. С первого по 11 стиха. Will be like 10 virgins. Will be like 10 virgins. Что Царство Божие будет подобно 10 девам. 5 wise and 5 foolish. Пять разумных, пять неразумных. The wise one took the oil in their jar. Мудрые взяли запас масла. And the foolish did not pay attention. А неразумные не обратили внимания. At midnight cry. И когда узнали, что жених идет. The bridegroom came. Жених пришел. And all of them they wake up. И они все проснулись. And prepared the lamp to make sure it's ready for И начали готовить свои светильники. And the foolish one asked, Would you give to us some oil from the wise one? И неразумные сказали мудрым, дайте нам чуть-чуть масла. And they say, no, you go to buy from those who sell it. Они сказали, идите покупайте у тех, которые продают. You cannot buy the Holy Spirit with money. Ты не купишь Духа Святого с деньгами. I remember somebody in the book of Acts tried to ask to buy with the money the same thing to do miracles. Я помню одного человека, который в Деяниях святых апостолов тоже самое постарался сделать. Die together with you. И ответ ему был: You cannot buy the Holy Spirit with money. Ты не можешь купить Духа Святого с деньгами. My brothers and sisters. Братья и сестры. We need to make time and fellowship with our Father. Мы должны делать время, чтобы общаться с Отцом Небесным. We need to have that precious fellowship. Мы должны иметь это драгоценное общение. We need to worship Him. Мы должны поклоняться Ему. We need to sing psalms and Мы должны петь speak with psalms and songs, spiritual songs. May the Lord help us to be filled with the Holy Spirit. The Bible speaks those five wise virgins when they came they went with him and the door was shut behind them. Came the foolish one and knocked to the door and said, Lord, open the door. И говорили, Господь, открой нам дверь. He says, depart from me, I never knew you. А Иисус сказал, не знаю вас, отойдите от меня. Maybe they were in the church. Может быть, они были тоже в церкви. But they were empty. Но они были пустые. Father, I pray that none of us will be empty at your coming. Отец, я молю тебя, чтобы никто из нас оказался пустым в твоем пришествии. Matthew 7:21. Матфея 7:21. The Bible speaks. Not everyone who said Lord to me will enter to the kingdom of God. Only those who does the will of the Father. Не все говорящие Господи, Господи, войдут в Царство Божие, но только те, которые делают волю Отца Моего. What is the will of God? Что есть воля Божия? 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. Первое Фессалоникийцам. The will of God is for us to be sanctified. To be a holy people. Воля Божия есть для нас, чтобы мы были святы, очищены. Do I live a holy life? Живу ли я святой жизнью? Do you live a holy life? Живете ли вы святой жизнью? Because without holiness, no man should see God. Потому что без святости никто не увидит Бога. Our Father is holy. Наш Отец свят. He is calling us to follow Him. И Он зовет, чтобы мы ходили за Ним, шли за Ним. He wants us to be holy too. Он хочет, чтобы мы также были святы. The Holy Spirit will work the holiness in our life. The Holy Spirit will work the holiness, the sanctification in our life. Дух Святой именно и сделает нас святыми и даст нам освящение. May the Lord help us, brothers and sisters. Да поможет нам Господь, братья и сестры. To be holy people. Чтобы быть святыми людьми. May the Lord help us. Да поможет нам Господь. To be those precious people. Чтобы быть этими драгоценными людьми. And a person full of the Holy Spirit. И человек, который исполнен Духом Святым. Verse 20, the Bible speaks here. В 20 стихе, 5 Give главе. Give thanks always.
For all things to God the Father in the name of the Lord Jesus Christ. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. A person which will be in love with God. Человек, который будет влюблен Господом. There'll be wise one. Они будут разумными, мудрыми. The one who redeemed the time because the days are evil. Тот, который искупил нас, потому что дни лукавы. Will understand God's will is holiness. Божья воля зовет нас. They'll be filled with the Holy Spirit. И они будут исполнены Духом Святым. They'll be very thankful people. Они будут очень благодарными людьми. The people who are not thankful. Люди, которые неблагодарны. They are not full of the Holy Spirit. Они не исполнены Духом Святым. Они наполнены чем-то другим. I remember one day I went to one of the Moldavia in Romania to one family. Я вспоминаю, однажды там в Румынии посетил одну семью. And that family was the father, mother, it was the grandmother. И в той семье там был отец, мать и бабушка. And the grandmother has for the last 6 years the cancer was on her face, growing from pain. На уже последние 6 лет у бабушки на лице рак распространялся. And it was growing under her eye. И он рак рос прямо под глазами. Very unpleasant. Очень неприятно. But after I greet the whole family, I went to see grandma. Но после того, как я всех приветствовал, я пошел к бабушке. And the first thing when we got in the room, I said, "Pace Domnului." I says, may the peace of the Lord be with you, mir vam. И первое, что мы говорим, когда заходим в дом, мы говорим мир вам. And she was so joyful because I went to visit her. И она была такая радостная, что я посетил ее. And the next thing what we have done? И следующее, что мы сделали? We drop on our knee. Мы склонили наши колени. And she start to say. И она начала говорить. Father God, I thank you for this wonderful day. Отец небесный, спасибо тебе за этот прекрасный день. Father, I thank you that you gave me opportunity. Отец, я благодарю тебя за то, что я могу видеть. Lord, I thank you that today I heard the birds singing. Господи, благодарю за то, что я сегодня могу птиц слышать, как они поют. Lord, I thank you that today I ate some food and I have clothes on me. Господи, благодарю тебя за то, что я имею одежду и пропитание. I thank you that I saw my children and my grandchildren. Господи, благодарю за то, что я сегодня видела своих детей и правнуков и внуков. And she was still thanking God for many things. И она продолжала благодарить и благодарить за многие вещи. As we were stepping like this, she was sitting like this. Как она сидела вот так преклонно. Blood was dripping from her eye down. It was the cancer. Кровь стекала, капала из глаз ее, потому что от рака. And she was very thankful. Она была очень благодарна. Are you thankful today? Благодарны ли мы сегодня? Are you thankful today? Благодарны ли мы сегодня? God is coming after thankful people. Бог идет за теми, которые благодарны. Full of the Holy Spirit. Человек, который исполнен Духом Святым, thankful. Будет очень благодарным. May the Lord help us. Поможет нам Господь. God's children, they are very thankful. Божьи дети очень благодарны. The Bible says, give thanks to the Lord for all things. Библия говорит, что дайте благодарность Богу за все. Not only for some, but for all things. Только за некоторые вещи, но за все благодарите Бога. Even when we go through difficult times. Даже когда мы проходим трудные времена. May the Lord help us to give thanks for because He is a good God. Да поможет нам Господь всегда благодарить Бога, потому что Он благ. Psalm 34, verse 8, it says, "Taste and see, for the Lord is good." Вкуси и узнай, что благ Господь. 34:8 стих Псалом. May the Lord help us to be very thankful people. Да поможет нам Господь, чтобы мы были очень благодарными людьми. If somebody who has the cancer on the face did not complain. Если человек, который имеет рак на лице, не ропщет. You and me are in better situation. То мы в намного лучшем положении. May the Lord help us to be very thankful people. Да поможет нам Господь быть очень благодарными людьми. Brothers and sisters. Братья и сестры. And the last things. Последние вещи. The people of God, which He is coming after. За теми людьми, которые Господь идет. The Bible is teaching us to submit to one another in the fear of Christ. Библия говорит, чтобы мы подчинялись друг другу в страхе Божьем. We are called to be very people, very submitted. Мы призваны, чтобы мы подчинялись, были подчиненными людьми. How can we submit to a God which you do not see? Как же я могу подчиниться Богу, Бога, которого я не вижу? And you do not submit the ones which you see it. И того, которого ты видишь, не подчиняешься ему. I pray that the Lord help us. Я молюсь, чтобы Господь помог нам. To be a faithful people. Чтобы быть верными людьми. At His coming. В его пришествии. God is calling us, brother, to
to a higher level of dedication to the Lord. Бог нас призиває к намного большему обещанию служить ему. Eternity is too long to be separate, to remain out. Чтоб, can you repeat that again? Eternity is too long to remain separate from the Father. Вечность очень длинная, чтобы быть отделённой от Отца Небесного. May the Lord help us to be faithful. Let's stand up. Поможет нам Господь, чтобы мы были верными, встанем на наши ноги. I would like to ask this simple question. If tonight will be the last night and the Lord will come, are you sure you go to heaven? Если сегодня последняя ночь и Господь придёт за нами, ты уверен, что ты пойдёшь на небо? If it is any problem, any sin in your life. Если есть какая-то проблема, какой-то грех в жизни твоей. Tonight you can lift your hands and say, Father. Сегодня ты можешь поднять свои руки и сказать, Отец, помилуй меня. For mercy on me. Just you lift помилуй your меня. Hand. Просто подними свою руку. If it is, may the Lord bless you. Да благослови тебя Господь. May the Lord bless you. Anybody else? Кто-то ещё? In this section, anyone says, кто-то if the Lord is coming, may the Lord bless you. Put it down. Иисус идёт. Don't look to the left, to the не right. Смотри look налево и направо. Heaven. Смотри наверх на небо. Are you sure? Are you ready? Ты уверен? Ты готов? He's coming. Он идёт. He's coming. Он идёт. Are you ready? Ты готов? Let's pray with each other. Давайте будем молиться вместе. Father God, in Jesus' name, we come with thanksgiving before you, Lord. And Father, we pray in Jesus' name that you'll help us, Lord. Help us, Lord, to be faithful and fruitful. And we thank you, Lord. Please forgive us, Lord, for anything, any things which is not right before you. Father, I pray, Lord, that you will help us to be a faithful people, Lord. People, Lord, which walk in love, Lord. Be wise, Lord, redeeming the time. Fulfill it, Lord, knowing because your day is very soon, Lord, coming. Father, I pray that none will missing to the kingdom, but everyone to be faithful. And we thank you, Father, in Jesus' name. Братья и сестры, мы сейчас будем заканчивать служение наше молитвою, и мне поступили записки, где нужды есть, которые есть в нужде народе Божьем, мы предоставим также перед лице Святого Бога, и в этой молитве скажем нашему Господу за тех, которые нуждаются по-особенному в здоровье и ответы, которые получили, мы с благодарностью для Бога также будем. И еще одно, я просил бы, чтобы наши братья, которые участвуют в служении, принятии пожертвования, вы стояли у выхода, и народ Божий, моя просьба, если у вас есть такая возможность благословить нашего брата-служителя из Румынии, чтобы он подарил благословение, ну, для своего дома или для даже народу Божьему, который проживает в Румынии, то давайте, у кого будет такая возможность благословить, благословим. Братья будут стоять у двери, и то, что мы можем сделать, то мы сделаем. У кого нет такой возможности, я всегда люблю говорить, я с благодарностью нашему народу, что народ жертвенный, но не всегда каждый может или каждая пожертвует. Будьте благословенны. Я читаю записочки. Еще однажды поступила сегодня записка за Володю Манчика совершить молитву, потому что боли большие в его физическом теле и просит особенно родство, да, и мы как церковь должны понимать, что мы должны его поддержать нашей молитвою. Дорога церква, мені боліла нога, в суботу на конференції молились, і з того часу я не чувствую біль, подякуйте Богу за ісцілення сестра Іра. Благодарення Богу, що Бог є Бог відвечаючий. Дорога церква Христова, помоліться за мою внучку Інну Божко, її повезли на емерженсі, нехай Бог її уздоровить і просить сестра Рая. Будемо молитись за внучку також. Дорогі брати та сестри, наш тато Божко Петро є хворий. Просив, щоб за нього згадали у молитві. І сім'я дякує за молитву. Може бути, похоже, нужди є ще в народі Божім, і ви хочете сказати словом, ви вправі зараз сказати. Если нету, братья и сестры, мы совершим... Кто?
А за Володю. Слобода, Надя, просиш за чоловіка звершити молитву. Будемо молитись. Браття, сестри, прежде всего, я люблю завжди говорити, ми славу повинні воздавати нашому великому Богу за те, що Бог наш є Бог, любящий Бог, милуючий Бог, прощающий Бог, дающий силу і помощь. И нужды, которые есть в народе, всегда мы должны предоставлять перед Его лице, потому что есть Он Бог отвечающий. И будем благословлять друг друга, и после этого те, которые знают, что им нужно зайти, будет, как я понимаю, в зал перов, они зайдут, а народ, который будет отправляться домой, храни вас Господь, и пусть милость будет над вами. Будьте благословенны, молимся. Боже наш, ми з благодарністю для Тебя, що Ти наш Бог. Наш Бог – твердиня вічна, защита наша і прибіжище для нас, Господь сильний. Бог – упование наш. Я славлю, величаю, що Ти Бог близі. Охрана Твоя да буде над життю нашою, над життю наших сімей. Ми величаємо Тебя за те, що Ти Бог, помагаючий нам. Господи, благословляю весь народ, церковь Твою. Мы с благодарностью за ответы, которые мы получаем от Тебя. Ира благодарит за то, что, Господи, Ты дал ответ во время молитвы на миссионерском служении. И да будет имя Твое за это прославлено и возвеличено. Просим, благослови маленькую Ину, внучку, за которую сестра Рая написала. Родство или семья Бошка просит за брата Петра, чтобы мы молились. И мы молим Тебя и просим, благослови нашего брата-старца и укрепи его. Сестра Надя просит, Господи, за Володю, понимаю, за сына, дай ответ. И милость Твою яви для ихнего здоровья после этого несчастного случая, который произошел. Да будет милость Твоя над ихним домом. Наша молитва, особенная молитва, Господи, за брата Володю Манчика. Господи, Ты его страдания знаешь, боли в его теле для Тебя известны. Он любит Тебя и просит он родство, семья, и мы просим милости для его здоровья от Тебя. Господи, сними боль в его физическом теле, а большего мы просим, чтобы Твое исцеление прошло по телу. Боже, благослови остальных больных, которые есть в народе, и да будет милость Твоя над нами. Нашего брата из Румынии также благослови его дом, семью, служение, которое он совершает во имя Твое. Господи, моя молитва и просьба, чтобы Твоя охрана была над нашей жизнью. Храни нас от всяких акцидентов, храни нас, Господи, и ночью, и днем. И после, Господи, ночи, когда наступает трудовая неделя, Боже, люди будут ехать на работы, на учебы. Храни нас и детей наших, и да будет и милость Твоя над нами. Наша молитва во имя Иисуса Христа перед Тобою, Отец Небесный. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Всем благодарю.